Татьяна русская душою, сама не знаю почему, с ее холодной красою любила русскую зиму. Поэтому я, правда, очень люблю зиму, и я считаю, что это большое вот наше преимущество, что у нас бывает зима, потому что обделены эти южные народы отсутствием такой радости. Ко мне иногда приезжают коллеги, и сейчас вот готовятся к приезду на стажировку. И я помню до сих пор, как азербайджанских ребят мы вывезли как раз в эти дни, прямо даже в день Конституции, на конкурс, посвященный Дню Конституции, Уральский государственный университет за город вывозил на одну из турбаз. Я их не могла по сугробов вытащить, потому что это было столько радости. Они приехали и всем рассказывали в Баку, какое это счастье зима. Поэтому мы, может быть, до конца не ценим эту зиму. Ну, надо теплее одеваться, и чтобы зима была нам в радость. Конечно, для этого надо, чтобы еще и транспорт у нас не подводил. А так все остальное у нас есть. Вообще внушать детям, что это большое счастье, что у нас есть преимущество, это зима.